Цензура не прошла. Скандально известную Матильду покажут в Мурманске. Чтобы избежать провокаций со стороны противников кинокартины Алексея Учителя, спокойствие зрителей на показах будут обеспечивать наряды полиции и сотрудники частного охранного предприятия. А зрителям придется пройти через рамки металлоискателя. Сюжет фильма разворачивается в 1890 году. 22-летний наследник престола Николай Романов знакомится с 18-летней балериной Царского театра Матильдой Кшесинской. Между молодыми людьми завязываются любовные отношения, которые продолжаются вплоть до момента коронации Николая с супругой Александрой Федоровной в 1896 году. Мы можем отменить коронацию, только если ты умрешь. Безобидный, казалось бы, сюжет фильма оказался яблоком раздора среди общества. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская потребовала запретить фильм в России. По ее мнению, история Адюльтера дискредитирует российского императора. Противники картины утверждают, что отношения Николая II и балерины не более чем выдумка. Активисты даже угрожали сжечь кинотеатр, где будут проводиться показы фильма. Однако руководство кинопредприятия «Мурманска» это не испугало. Показ премьеры состоится 26 октября. Мы не хотели поддаваться давлению со стороны. В конце концов, это может сегодня таким образом запретят прокат «Матильды», завтра еще какого-нибудь фильма по другим причинам. Зачем на провокации вестись? Однако меры предосторожности все же приняли. За порядком на первых показах фильма будет следить полиция и сотрудники охранного предприятия. Они проверят личные вещи зрителей и будут дежурить не только в зале, но и на уличной территории. Будет комплекс мероприятий проводиться перед входом в кинотеатр. Людям будет предложено проходить рамки металлоискателя. Будет осматриваться ручная кладь. Также люди будут находиться, наши сотрудники, в холле и в самом кинозале. Мы будем следить за проходом граждан на киносеансы, за тем, чтобы посетители не проносили с собой запрещенные какие-либо предметы. Премьера фильма «Матильда» состоится 26 октября в 17:15 в кинотеатре «Мурманск». Руководство уверено, что из-за такого нашумевшего скандала и огромного количества антирекламы от зрителей отбоя не будет.